Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Чистоту». Меня зовут Роман Копняев. В нашей программе мы в прямом эфире поднимаем те или иные проблемы, которые волнуют наше общество. Сегодня мы анонсировали нашу программу. В гостях в программе «Чистоту» должен был появиться Миржан Нуртазиев. Это руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. Мы не знаем, что произошло. Миржан Нуртазиев не пришел к нам на передачу и не предупредил, почему все-таки это произошло. Поэтому мы приносим от своего телеканала нашим телезрителям извинения. Мы знаем, что у вас накопилось много вопросов. Когда мы анонсировали передачу, мы все-таки сказали, что ЖКХ, аббревиатура, переводится как «Живи красиво и хорошо». Но получается, как получается, все-таки «Живи как хочешь» больше аббревиатура подходит на данный момент. Потому что хотелось все-таки, чтобы люди узнали, как Уральск подготовился к отопительному сезону, сколько же дворов было отремонтировано. Именно отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции отвечает за эти вопросы. Мы знаем, что не за горами зима и какова ситуация с аварийными домами, где зимой рухнула крыша. Мы надеемся все-таки, что отдел ЖКХ все-таки предоставит нам эту информацию. Будем ждать Миржана Нуртазиева в следующий раз. Ну, нашим телезрителям все-таки желаем оставаться бодрыми и здоровыми. Обязательно на телеканале ТДК-42. Еще раз извините. Всего вам самого доброго. Берегите себя и своих близких.